Ребята, здравствуйте, с вами Алексей. Добро пожаловать на мое новенькое видео из рубрики «Первый взгляд, друзья». Сегодня мы с вами посмотрим на крайне интересную игрушку под названием Postal 4. Да, друзья, наконец-таки вышла в раннем пока что, конечно же, доступе. В Steam это называется Early Access, ранний доступ. Короче, одна хрень. В общем, повествование игры. Давайте буквально в двух словах и будем начинать. Разработчики решили сделать такое своеобразное продолжение сюжета. Действие вообще нашей игры, да, Postal 4 будет разворачиваться после Postal 2. То есть они решили полностью проигнорировать Postal 3, сюжет, который происходил там. И, если честно, слава богу, потому что третий Postal, ну, это было лютое говно. В него нереально было играть. Он лагал, он зависал, вылетал. Короче, та еще была поделка, и, в общем-то, в принципе, основываясь на этом неудачном опыте, разработчики решили запуститься в раннем доступе и, так сказать, с помощью игроков создать действительно хорошую качественную игру, которая была бы похожа на тот самый крутой второй Postal, который, ну, наверное, всем без исключения зашел, кто в эту игру играл. События разворачиваются, как я сказал ранее, да, по сюжету после второго Postal, то есть мы из Paradise City, если я не ошибаюсь, именно так, по-моему, город назывался, во втором Postal мы оттуда свалили, путешествовали по Аризоне, нас обокрали, и, в общем-то, мы вот пришли в новый город в штате Аризона, название этого города не помню, но наверняка нам сейчас его название как-то покажут. Итак, давайте, новая игра. Старт. Посмотрим вообще, что это такое. This story begins with the man who once had it all. This is a tale of a man with a fulfilling 9-to-5 employment. A man who's had brushes with greatness of all sizes and statures. A man who's regularly gone toe-to-ball against all obstacles in his way. All to come home every day to a devoted and loving wife. Yep. This is a man who had carved out his own slice of paradise and achieved what we all strive for, the American dream. But as it so happens, even in the best of times, that little slice of paradise can blow up in your face like a nuclear bomb. And, speaking of dropping bombs, this is a tale of a man only known as the Postal Dude, along with his stalwart companion always at his side, Champ. These two have toughed it out together through the thickest and thin, and after nearly losing it all, they come to realize that all they really need in life is their health, happiness, and that white trash heap on wheels they fondly call home. If they had remembered to lock the door, that is. Crap. Damn it, Champ, I thought you were guarding the car. Figures. But in these fortuitous times, even when it seems like Lady Liberty has turned her last trick, the land of opportunity could spread her legs wide open with an invitation to new and undiscovered prospects. A steady job, a welcoming home, a loving family, and a car in the driveway. That's the American dream we all strive for. But, as our heroes are soon to realize, sometimes that dream can turn itself into a nightmare. Ну что ж, друзья, вот такая краткая история, короче, рассказа. Сегодня у нас понедельничек, как мы видим. И вот оружие, кстати, тоже похожее, как бы типа они у нас были во втором постеле. Так. Короче, суть как бы в том, что нам нужно найти работу, типа мы новые в этом городе, Эден Сити он называется, как вы видели, и нам нужно найти человека, который бы нам
помог, так скажем, продвинул нас, что ли. Но вот я пока смотрю на карту, то есть, в принципе, учитывая даже то, что это ранний доступ, там, можно сказать, альфа-версия, даже вот здесь это написано, альфа-билд. В принципе, город внушительный, есть где походить, есть где, смотрю, покушать, полазить, то есть библиотеки, магазины и прочее, прочее, прочее. Все это доступно нам. Далее список заданий. То есть сейчас нам, естественно, там нужно как-то войти в город. По оружию. А, ну это, соответственно, моча. То есть можно, если что, пописить. Всякими такими вещами позаниматься. Ну и наш, соответственно, инвентарь, где у нас целых 50 баксов. Чемп наш по оптимизации, ребят, ну не скажу, что прям все хорошо. При 4К, конечно, есть просады. Видно, да, то, что все это дергается. Это не я мышкой так дергаю, это сама игра так дергается. То есть с оптимизацией здесь, конечно, еще... Ой-ой-ой, как работать, надо будет долго. Наш пёсель. И прикольный такой ушастик. Так. Здесь у нас замок висит, здесь мы ничего с вами не подберем, к сожалению. Так, ну давайте посмотрим, что вообще здесь есть. Какой-то листок бумаги. А, то есть типа написать что-то на этом листке бумаги можно. Здесь какой-то лагерь вообще палаточный, я не знаю, тут что-то люди какие-то ходят. Хм. Опиумные всякие трубки мы тут собираем. Для того, чтобы, если что, подлечиться. Всякие еще вещи собираем. Короче, здесь нам надо облутаться по полной программе. Так, Downlock, Dirty Job, вот, типа нам нужна работа. Любая, причем, вообще. Ха, мне сразу вспоминается, типа, подпишите эту петицию. This is only the beginning of my job search. You, with the face. I'm looking for some easy cash. I got $20, if you know what I mean. On second thought, forget it. Damn, no luck there. I could feel gainful employment coming my way. Ну пойдем в город тогда, что? Что делать-то? Будем пробовать как-то искать работу. Так, что-то он у меня не бегает. Так, ну это приседания все идут у нас. Неплохо. Ой. Я, короче, подал кактус, и он чем-то в меня плюнул. Блин, вот это старый пост, ала, вот все на эту тему. Анусы, всякая история. But I can't let that get me down. You're looking at the ideal job candidate who's just craving some work. I've got a dirty job for you right here. Damn. But I'm not settling for unemployment. A job has to come sooner or later. Блин, у кого тут работу-то искать, я не понимаю. If you got the green, nothing's too dirty for me. I wouldn't buy you for a dollar. This job hunting's tough work. Ну, типа, тебя куплю за доллар или что-то такое. Так, сюда нам нельзя. Блин, я даже не знаю, что делать-то. Куда нам идти вообще? Что, как, куда, зачем и почему? Hey, need your gutters cleaned by any chance? Don't touch me. О, вообще женским голосом сказал. Да, сказывается, конечно, тут альфа-вилды вот эти все. I'm not afraid to get down and dirty. Would you like to take me back to your place and pay for my deluxe services? If you were getting paid to be a... Блин, я даже не знаю, куда идти-то на самом деле. То есть тут отель, какая-то то ли ратуша, то ли что это такое. Я не знаю, сюда, может быть, попробуем подняться. I can feel a job opportunity coming at any moment now. Просто никаких ни меток, ничего нет. Вообще, что делать? Закрыто. You're looking at the ideal job candidate who's just craving some work. If you want work, just go see that Mr. Bellow guy at the job agency. Get out of here, freeloader. Whoa. Now that's job hunting well done. Mm-hmm. I'm gonna need some money if I hope to get anything done in this town. Maybe there's some easy work to be found around here. Let's see. Ah, there it is. Вот оно. Все, ребятки, сейчас мы с вами тогда двигаем в агентство
по поиску, по подбору, там, не знаю, как работа или что-то такое. Так, а нам, в принципе, что, по этой улице, то есть дальше мы прямо идем, ну и по пути будем уже как бы знакомиться, смотреть, что за город, там у нас туда-сюда, сюда зайдем, посмотрим, может быть, что-то здесь украсть можно. Здрасте. Ясно. Она сидит как это самое, когда в штаны навалила. Так, ну ладно, идем, тут у нас тротуар кончается, прям как в России. А, ну сын, все нормально. Иди в сраку. О, впереди какая-то моторашка стоит, я думаю, ее можно будет оседлать. О, реально ездит. Да ладно. Я не знаю, что это такое вообще. Это типа местные сегвеи. И вообще, что это? Ну да, нам сюда. А людей можно задавить? Смерть. Нормально. Да, но они дальше встают, идут. То есть, в принципе, это такое несмертельное оружие, но все равно прикольно. То есть, можно, если что, кого-то сбить. Так, сейчас мы нам, ну, как бы направо-налево. Вон оно, Job Agency. Агентство по поиску работы. Офигеть здесь этих моторашек вообще. Ай, прикол. Куда идти-то? А, во. Окей. Деловой такой. Hello? Ah, a new client. Come in, come in. Make yourself comfortable. Maybe loosen your belt a little. What's it you need? Ну давай же быстрее, ё-моё. Assuming you have the right talents, of course. Tell me, can you put your ankles behind your head? No. I see. Я ничего не понимаю, что они говорят, ребят, на минутку, если так. Короче, он нам сейчас даст работу, на которой, в принципе, неплохо платят. Север-воркер. Ни хрена себе, аж куда ехать. На другую сторону карты. Animal catcher, отловщик животных, что ли? Now, where is that? Meet my associate here and show him you're a man who's intimately familiar with the little creatures of nature. Jail, I mean. А, охранник в тюрьме еще. Да, то есть несколько, короче, нам работ дают. И это, видимо, заодно там миссии всякие будут, и т.д. и т.п. Но интересно. А, ну типа тюрьма прям недалеко от нас. Окей, я тебя понял, толстый чувак. Ладно, ладно, ладно. Ну пока, наверное, мы не будем, ребят, смотреть на какие-то работы. Вообще, я просто хочу посмотреть, как бы, что это такое. Где здесь можно, вообще, что здесь можно делать. Есть что-то типа магазинов. Я бы какую-нибудь оружейку на самом деле хотел бы найти, чтобы мне подарили автомат. Но я думаю, что это все дело в магазинах продается, в принципе. Метки здесь на карту также не ставятся, что, ну, как бы плохо на самом-то деле. Так, ну поехали тогда отсюда, что? Вниз туда куда-нибудь рванем. Вот в каких-то местах карты хорошо, то есть там 60 FPS все четко, в каких-то нет. То есть, ну, не поймешь. Я думаю, может, здесь что-то есть. Эта херня дальше поехала. Ну ладно, давайте сюда зайдем. Может быть, тут что-то спрятано, я не знаю. Плакаты такие интересные здесь, конечно. Так. Но тут и выстрелить-то не во что, и как бы и наверх нигде не залезешь, как я понимаю, да? Не, нет, а тут лестница есть. Может, тут что-то для нас спрятали вкусненькое? Ну, нет, тут ровным счетом... Ух ты, провалился, отлично. Окей, я вас понял. Я вас понял. О, у нас есть пистолет. Откуда он взялся? А как он у нас появился в руках, этот пистолет? Но автомата нет, но пистолет есть, это уже хорошо. Поехали тогда. Прокатимся сейчас. Погоп-стопаем тут людей.
Так, сейчас мы сюда зайдем. Сигаретки всякие. Броник. Оу. Все, ребята. Я думаю, будет весело. Так, давайте попробуем башку кому-то лопатой отсечь. Охренеть, кровище. Нормально. А звуки выстрелов такие же, как и раньше были. Дробовичок нашел, это уже хорошо. Жить можно. У него башка что-то в кровище. Значит, все-таки по нему попал. Так. Опасный чувак приехал в город. Сейчас весь город буду просто-напросто вырезать. Ой, я собаку сбил. Уф, сука! Она на меня кидается еще. Здорово, пёсель. А где мой чамп, кстати? Куда он убежал-то? Козел вонючий. Куда-то слился он. Так. Еще один дробовичок. Но у меня, в принципе, патронов-то я к нему, думаю, навалом. Поэтому он и не берет его больше. Иди отсюда. Ай-яй-яй. Да как же неудобно стрелять-то? Все. Ой, какое мясо! Ух ты! Нифига себе! Вот это было неожиданно, признаюсь. Так, тут за кого-то надо голосовать. Ну, мы, естественно, ни за кого голосовать не будем. Нам надо зайти людей и ограбить. Может быть, у них есть тут автомат Калашникова или что-то в этом роде. Я подобрал очень много патронов. Но калаша у них нет, к сожалению. Окей, я в поисках калаша. Собачек мы трогать не будем. Если кто, короче, будет по нам стрелять, то мы будем тоже в ответ открывать огонь. Иди отсюда! Кулаки она на меня навострила. Ты что думала, я что ли такой простой? Ой, как все. Так, где калаш? Мне интересно, где калаш? На какую он у нас? Блин, я одну собаку убил. Ну ё-моё. Так, на четверочку нажимаем. Ну и? А что? В чем причина? А, вот так вот, наверное, надо сделать. Во! Так, теперь нам нужно отловить кота. Опачки. Это тоже есть. Я сейчас, получается, письку всем показываю, так? Да, 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 нассал прям на него. Ай, как это весело, ребята. Так, вижу кошку. Иди сюда. Мяу. Так, а как мне ее теперь поставить на глушитель, допустим? Как мне, допустим, кошку поставить на глушак? Мне вот это интересно. Ну, тут еще оружие, как я понимаю, можно улучшать. Короче, ребята, это капец. Ну, как-то кота, я не знаю, на F2, я не понимаю, ребят, как это сделать, на самом деле. Тут даже текстовый чат есть. Короче, тут еще, как я понял, будет что-то типа мультиплеера. Это спрятать оружие, это руки. Короче, да, пока что для меня это остается загадкой. То есть, как натянуть вот это все дело. И в настройках, как я понимаю, мы это тоже с вами не увидим. Show control... Не знаю, тут просто бросить предметы, как-то передвигаться. А, во, отлично. Кошак готов.
Мяу! Ну, он хоть живой остается. Готово. Заправка не взрывается, кстати. В общем, друзья, что я вам хочу сказать. Это очень интересная игрушка. Много, конечно, да, что здесь... Ну, а ну вот эти не разбиваются. Эти стекла, прям, смотрите, по физической модели прям все так разваливаются. Интересно. Это у нас не взрывается ничего. Мир. Отлично. Ой, господи. Нет, ребята, все, надо прекращать в эту игру играть. Мне очень стыдно за то, что я сейчас вообще делаю. Ребят, извините, я как бы все это дело не поддерживаю. Но, блин, это постал. Здесь так и все это было и раньше. И по-другому это никак не сделать. Ой, как лагает. Это постал, ребята. Что ж, ребятки, давайте на этом с вами будем прощаться. Проходить эту игру у себя на канале я не буду. Я буду для себя ее проходить, там, да, как-то что-то посматривать за ней, обновления там какие-то проверять и т.д. и т.п. Но я думаю, в дальнейшем на моем канале эта игра вряд ли появится. Ну, блин, ну камон, это вообще не моя как бы тематика. Ну, кошечка, чукрука, хорошенька. Все, ребята, огромное всем удачи. Пока-пока и еще увидимся.